Автостопом по Кавказу мы ни разу не были одни. Мы летали, как по тем местам летают все свободные орлы. По дорогам с рюкзаками мы ногами, большой палец правой вытянутой руки вверх. Долго мы не ждали, нам не позволяли. 5 минут, и мы уже в пути. За рулем тот самый местный, мы с которым вместе будем час-другой в пути. Говорить мы будем о пути, о жизни, о проблемах свыше. Как ответ найти? Он расскажет слово нам, все истории народа, здешних мест. Упомянет о гостеприимстве горцев, лучших блюдах, братстве. Ты слушаешь и раскрываешь тайну о богатстве этих мест. Богатство здесь есть люди. И окна всех машин транслировать нам будут здешний мир. Кавказ и горы. И в окружении такой свободы, таких масштабов, которых мы не знали ранее, бредем. Ведет нас случай по маршруту, которого заранее просто нет. Нас к нужным людям все дороги приведут. Ведь компас наш есть, глупая удача, в которой наша жизнь купается. И вот же незадача, она ведет нас именно туда, где есть свет. И в тишине людей, земли, травы здесь помнятся события войны, которой уже давно нет. Но в предрассудках городов больших еще живет она для тех, кто здесь пока что не был. Автостопом по Кавказу мы ни разу не были одни. Барана убили. Ой-ой-ой. У нас здесь есть волки. Что хочешь есть?